Рюрик I, также известный как Рюрик Варяжский, был легендарным вождем, который стал основателем Киевской Руси. Год рождения неизвестен, год смерти 879 по юлианскому календарю. Его правление приходится на IX век, и он считается одним из ключевых фигур в формировании раннего русского государства. По легенде, Рюрик был приглашен в качестве правителя восточнославянских племен, чтобы установить порядок и защитить их от внутренних конфликтов и внешних угроз. Он прибыл в Новгород и принял предложение о правлении от местных племенных предводителей. Это событие, известное как призвание варягов, считается началом истории России. В ходе своего правления Рюрик смог объединить разрозненные восточнославянские племена и установить централизованную власть.